Перенесемся в Ракитянский район. Там для ребят из местного отделения Центра ВОИН организовали лекцию антитеррористической направленности. Провел ее старший преподаватель кафедры международных отношений зарубежного регионоведения и политологии Белгородского госуниверситета Роман Травин. Рассмотрели конкретные примеры, обсудили, как правильно реагировать на провокации в интернете и куда обращаться в случае угрозы. Особое внимание и правовому аспекту. Какие предусмотрены наказания, какая ответственность за это, почему часто именно молодежь становится жертвой вот каких-то таких, да, работы людей, которые занимаются деструктивной деятельностью. И, конечно, надо предостеречь. Здесь надо понимать, что одна лекция, она там не перевернет мир у человека. А если этим заниматься системно, эту работу вести, что, в принципе, в регионе делать? Если, ну, условно, заложить, объяснить что-то на стадии там, подростковой, чем дальше, ну, соответственно, потом, может быть, что-то где-то останется.